играть в Роблокс. Давно в нем не играл. Да, в Яндексе точно. Кстати, я хочу играть, я либо сейчас в Роблокс пойду, либо в Just Shopper. Вообще хочу в Just Shopper. Давно я в эту игру не играл, очень. Я в ней еще играл тогда, когда я не снимал в ОБС. Мне было лень разбираться, вот это все. Дальше сейчас поиграю в эту игру. Это как, ну, можно сказать, Undertale, там, где мы шпунялка. Вот эта вся херня. У меня в основном там просто работает так, то, что я могу, допустим, два уровня пройти, а третий не могу пройти. Я на него забиваю и на следующий день прохожу. Так было с некоторым уровнем и в Geometry Dash. Так, что, спускается или нет? Не понял. А нет, а зачем? Для чего? Для какого прикола? В смысле, не запускается? Почему? Это я как бы это играл, как бы ничего. Что за прикол, что за рофл? Если такое снова будет, то привет. Типа у меня есть игра, и она мне говорит, что типа обои что-то на жесткий диск залюбил. Че, зачем? Что, рофл, что ли, плотно? Я играл в эту игру, я помню. Не, ну скорее всего, то сам выскочит и все, и бан. Не получится мне в это поиграть. Ну да, я планировал. Ну пошел ты нахер. Ладно, тогда в Roblox. Не, это... не, все. Может удалить даже, кстати. Может удалить. Понятно, все, решили бан не делали. Так. Расшифровка. Так, это топ Яндекс или нет? Да, это тут так. Топ. А, ручат, ручат, ручат. Да не за что это? Расшифровка какая-то нахер. Нифига. Что это, кстати, не вводил? Не понял. Не понял рофла, не понял прикола. Так, мне поиграть в ручат или обычную игру? А чё это? Это не есть несколько вариантов. Скорее всего, да, скорее всего, на эта игра. Не, я хочу... Не, я хочу, чё? Открытое пространство, салот, дефиэстас, микрофон вверх, ночь открытых микрофонов. Ну, я не знаю, что тут пойти. Обновление, Корд, Волкс, Хедлис, Хангует. Чё это, неинтересно. Аватарка очень хайповая, хочу посмотреть. Так. Нев Гир, Дэд, Ридер, Роблокс, Хилл, Эйню. Ага, 20 минут перезарядки. Так, голосовой сейчас, скорее всего, есть, да? Ну, блин. Блин, ну узнать, я не знаю, что это за игра. Хотел свою смысл. Не, ладно, давай зайдем. Есть какое-то говно кринжовое. Мне такое нужно. Так, ладно, теперь ждем. Так, запустилось, да? Нет. Давай, запускайте, блин. Как же отдал бы через Яндекс. Ой, я жду. Так. Ну, о, мой телефон нагрелся просто. Так, мне тут жарко, мой телефон подрабатывает обогревателем, знаете. Что это? Это он просто болтать там, я не знаю, о чем-то. Апгрейдинг. Ну ладно. Апгрейдите. Улучшайся. Так, о, вы встретили владельца. Вы познакомились с разработчиком. Новый год и идет строй. Так, что это за ачивки-то хоть? Это действительно секрет. О, фу, я думаю, я секретку я найду. Мне так кажется. Так, и безголовая тусовка. А, ну да, я же говорю, конечно, это. Ладно, надеюсь, мне там получится с кем-то поговорить. Не знаю, о чем я буду говорить. Если там опять будет таджик, который маленько знает русский, да. Это появляется такой таджик, типа, эй, ты русский, ты таджик, ты кто? Пец. Будет барышечка негр там чем-нибудь. Гучтаун. Там. А, что грузится, не понял прикола. Канал.
Новое снаряжение набрало 35 тысяч человек. Давай. Ты типа почему она пропадает? А, нет! Хорош. Говорит за спидранмен. Ну чё? Куда она пропала? Это запустится или нет? Или это вылетело? Как понять? Похер, чё запишу. Вот бесит реально. Как два робокса появятся. Вот про это я говорю. Я говорю, вообще как два робокса появятся, вот они появились, да, робоксы именно. Вот бесит реально. Эх, грёбаный Microsoft. Круто, классный скин, найс вообще. А чё, в смысле? У них ног нет. Я реально, что странно, ты не пробудилась, типа? Походу. Ладно. Парка очень жесткая. О, класс, у меня вылетело, найс. Я все это время ждал, чтобы у меня вылетело. Вау. Thanks, bro. Да что, давай, где это? Вон, все. Ну, я сейчас на улице, то я пойду в другую игру. И поставлю эту игру, я попробую, пока не лайк. О, все. Нажимаю на кнопку нишу, да похер, короче, так. Сейчас надо тут настроить, оно как-то всегда странно работает. Реально, что, почему? 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 Блин, ну это продолжается, ладно, сейчас у нас время 2 минуты я уже. Так, лайк. Заслуженный лазер, вот так еще хорошо, давай. Давай, 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 ладно, мы должны хотя бы зашлось. Не, сейчас на улице все это. Просто хотя бы зашлось. Да, ну пока эта игра максимально ущербная для меня. Нифига, чел, прожиндер. Так, ну тут еще мало людей, да? Понятно, какое не время фарма. Чем зачем, я не знаю. Ладно, тут есть нормальные вроде челы. Попробую их найти, если мне не вылетит все нахер. Так, меня тут слышно сейчас. Так. Нации. 15. Ладно, все, все, дизлайк заслужен. Кто поставил лайк, тот аутист. Чё? Еще? Оно мне само запустилось. Не, ну я ничего не делал, ладно. Ладно, хорошо. Так, ну вот хотя бы другой сервер тут. Ну, хотя тут особо, мне кажется, ничего не изменится. Ладно, ну, а я с какой-то жопой заспанился, спасибо. Буа, слендермен, нахер. Кстати, а как так сделали? Ну и похер, мне все равно так. А, это, наверное, мог купить за время. Фиг его знает, ган. А, не знаю. Че это туплю тайм за донат? На, ладно, на всякий случай можно попробовать. Или вообще это не знаю, хотя какая надо, да. Здорово. Робаксы, 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 спасибо. Магазин. Робаксы, 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 окей. Магазин времени. А, тут все-таки заранее не может что-то купить. Что это? Титулы! Нахер эти титулы вообще нужны? Что? Ну, да, классный титул, куплю обязательно. Ладно, ну говно какое-то. Так, все, хоба, давай, работает. Это не один. Сейчас. Так. Ну, блин, ладно, он мне догрузилось. Кстати, я могу других игроков пока слышать, по мне нихера не будет. Не... Блин, вы знали, как его помощь пердит жестко. Я его 2 недели не трогал, а сейчас он весь в пыли и начинает орать. Ладно, так русский, конечно же, нет. Плавать. Кстати, я хочу послушать новый звук уф, я его не слышал. А тут можно ресетнуть туда, можно. Так. О, нормально, чек еще громкий. Что это? У меня такие звуки, когда меня тошнит, нахер. Когда меня вырывают, вот это начинает херачить. Кстати, звук где-то. А где? О, там чел. О, это ПВП. Хорош, добря. Наш вас чел. Ладно, ну давай посмотрим. Не, ну я не думаю, что это 8 минут до хера. Не знаю, что у меня с голосовым чатом. Это странно. Расист, бля.
Ладно, пишу привет, может, кто-то есть русский, так. Привет. Так. Кстати, голос чата, я не знал, он не работает. Так. Ну я знаю, что это бред. Фурну. Плотный файт. Да я болею, наверное, за девку, она что-то выигрывает постоянно, ну да. Ладно, давай я попробую. Я ее ударил, она меня тоже ударила, и почему-то в итоге я сдох, она не сдохла. Понимаю. Блин, шпопа далеко находится, что за это правда. Зона боя. Бля, я могу на нее постоянно нападать. Блин, ну что я тут жирным стал? Буа, унизил! Ой, давай писать, ел гагавин. О, кстати, убийство считается, да, там добря. Ой-ой-ой, негр, не надо мне нападать. Хотя ладно, давай. Кстати, голосовой чат, я не знаю, раньше с ним говорил какой-то. Опять же, блин, что это? Оно не работает, я знаю, я не слышно. Хотя и других я не слышу. Это либо они ничего не говорят, либо их просто не слышу. Чехрен его знает. Сдох. Короче, буду танцевать. А, нельзя, кстати. Как он тогда делает на анимацию? Читер нахер. Эти шлок у меня полностью сам к себе даже включился. Ладно. Зона боя. Глянь, я отсюда выйти не могу. Прикол, мне надо, чтобы меня кто-то убил. Ну я могу, конечно, ресетнуться и все такое. Могу. О, чел зашел, давай. Че ты нахер? Че ты? Так, ну ладно. Что? Не, ну видно, что у него читы. Давай, давай, сделай что-нибудь интересное, давай. Взлети ко мне. Скорость света нахер. Что это? Да ты издеваешься, читер гребаный. Мне кажется, он еще свернул. Убей девку, убей его, попробуй, давай. Кружай его. Да, все, теперь это ваша проблема. Вот она что-то говорит, а меня не слышно. Что она говорит? Пап! No, you don't. You will love me. Так. Это, конечно, рофл, прикол, смешняк, прикол, да хинка. Ну чё за херня? Вроде что, видео? Ладно, пошли. Ну, не знаю, кто здесь, стоп, мне интересно. Ну, где я? И, да, ну, не знаю, показывают то, что я говорю, или нет. Я не знаю, это баг какой-то. Может быть ресетнуться, может это как-то поможет. Мало ли. Перереспам есть. Или это баг. Блянь. Я не знаю, это бред какой-то. Это рофл, это прикол, это типа смешно, что ли. Это пранк. Но русских тут все равно нет, так что неинтересно. Calm down and stop swearing. Ну да. Давай попробуем в ПВП с ним сойтись. На Изи унизил просто. Так. Ну блин. Походу баг какой-то. Не понял. О, у вас там читер, ну самолет, ладно. Какое-то говно, у меня решил этот поезд чат залагать. Ну типа не, ну а что, осуждаешь что ли? А я осуждаю, поэтому да. Ладно, похер. Пойду в главную. Бля, жестко. Ну, такое вообще можно в роботе, мне интересно. А что тут такого, да, ничего такого, да. Вроде что, Волга, это русский что-то? Это значит, что-то реально русский, типа, не знаю, какие-нибудь русские военные там игра. Прикол, русские военные игра. Рейд у них. Ладно. Предмет убежища, ладно. Война способностей. Рюкзаки, что? Офигеть, кого хранит? Магнат фермы, аквариум, музей тайкон. Магнаты, чем-то тайконы, ну магнат тоже, ладно.
Бета Мотал Симулятор. Симулятор. Ладно, там Тайтан Симулятор. Чё? Тини Бред Фактори. Крошечный завод. Платформа Дэш. Мега Босс Сервел. Так, ладно. О, блин, какие пик. Island The Void. Island, ничего темный. Кто это? А, это вроде я даже играл. Радужные друзья я не играл, не знаю. Мир под угрозой. Ну, сразу заметно. Последние странствия. У-у-у, что это интересно. Не, название интересует. Если вот да-да-да-да-да, все это давно было интересно. Пойду пока попью. А вы смотрите, что будет происходить, это еще будет происходить. Прикиньте, как мне повезло, я типа включаю воду, ну да, кран, вот это все включаю, хочу попить и смотрю, и мне ведет, начинает литься лимонад. Ну я уже не растерялся, хоба, и начинает пить со всей силы. Короче, мне повезло, чисто лайк, чел. И как дали лимонад жестко, вот, ну как бы спасибо, спасибо. Накидали мне плотно лимонада. Вовремя. О чем тут вода, я даже не знаю. Ой. Это какой-то ПВП, да? А, чё? Ни хера непонятно. Так, а ну голосу чат, рабаная дробь. Не-не-не, что-то с ним случилось, он умер. Я не знаю реально, что вы хрень. Ладно. Деп. Ну ладно. Ну давай, ну работай, нет. Ну работай, пожалуйста. Ну блин. Почему не работает эта загадка человечества? Ладно, окей. Вот ходить включено, может он что-то заработает. А что делать? Кузнец. Ладно, я думал, это какой-то хоррор. Ну, а, ну, кстати, возможно, мы сейчас зайдем, допустим, в катку, там будет что-то стрёмное. Ну, блин, просто вспомнил аватарку и что-то как-то, да. Так, ну, аватарку там, превьюшку нафиг. Так, тут до хера доната, надо найти, как в катку пойти. Возможно, там будет что-то странное. Что? А, это Murder Mystery? Серьезно? Я бы никогда в жизни не подумал. Я думаю, это какая-то ПВПшка, еще не знаю, пойдем. И потом там какие-то монстры будут там. Да, ничего нафиг. Офигеть. А, ну это байт, походу, типа, был аватарка, название и жизни всей моей. Ей. Работай. Settings. Блин. Оу. Меня ножом пырнули или что? Что это за зуб? Так, а я мирный. Кстати, я даже не знаю, кто это. Вроде мирный. Ё-моё, ты меня теперь застрелили, охеренно. Ой, я убийца, реально? Дропла? Прикол, сразу мне убийцу дали. Ну, короче, я тебя хочу закромсать, так что беги. А как кидать нож? Кстати, я не знаю. Не шарю. Бери! Да пошел ты нахер! Как швырнуть нож? Швыряйся! Швыряйся, тварь! На нахер! Это классно, ПВПшка нахер! Швыряй! Ха! Ха, лошары! На нахер! На нахер! Так, он взял нож. Ой, он взял, по-моему, да? Кто взял пистолет? Я не понял, кто, ну ладно. Да что, кто его взял-то? Да кто его взял? Да вы негры. Кто его взял, я не понял. Он взял? У него что-то в руках. Да, да, он взял. Кстати, мог попасть, кинул лоб. Унизил просто. Как сюда забраться, я не понял. Так, можно убрать? А теперь его взять надо. Короче, просто хожу и всех комцаю. Профессионал нам. Уа, ботяра! Бай, да? На, нахер.
Прочитаю реально все конца, чисто. А чё я ударил, он посрать? Лох! Бот! Ес Гагарин! Чисто унизил всех. Блин, я не знаю, у меня микро сломался нахер, я не знаю, реально, у меня просто есть что в роботе. Разочарован. Я не знаю, с чем это связано, реально. Да с самим роботом связан. Реально, глянь, это дикий байт. Это дикий байт. Байтера босса, ну ладно. Ну короче. Ладно, не так важно, наверное, микрофон. Конечно. Смотрел, что я играл. Я не знаю, буду ли я играть за ту заправку. Ну, если может обновление вышло, тогда, наверное. Обновление там новый чел какой-нибудь. Я думаю, обновление не вышло, мне кажется, там мало вероятно. Так где вообще, во-первых, эта игра? Реально где? В нее так давно играл. Типа она тут вообще есть? Да, да, скорее всего есть. Вот она. Механик. Нет. Обновление не вышло. Ну все, значит. Значит, не буду играть. Так. Тут. Ну тут что? Симулятор уборки снега, но нет. Так. Ну смотрим, что-то такого есть, что можно поиграть, короче. Желательно без микрофона, а то, ну, блин, у меня нету. Ладно, давай, не знаю, поле битвы титанов нафиг. Апдейт 4 Days Ago. Ну, что-то мне подсказывает, что ничего не обновили. Да. Блин, реально интересно, будут ли какого-то нового добавлять или нет? Или это все? Или это конец? Ну, вроде демона этого добавили. Это, наверное, было где-то год назад, кстати. По-моему, даже, кстати, раньше его не было, но я не уверен. Эта игра вроде дофига обновлений потерпела, потому что сейчас ни хера не обновляется. Я недоволен. О, да, ну музыка, да, это кайф. Погнали. А чё, я не бегу вперед? А, да что? Вы сами видели, она меня сделала воздухом, блядь, как бы 4 точка. Вот что? Посмотрите, тебе еще вперед шел. Кстати, а микро тут нет. Короче, она меня воздухом била, чисто шаблоки. Так, ну, слишком громко, блядь, вообще. Ну да, был играть, конечно, налево, блядь. Неплохо, но как бы тут все равно мама. А не надо. Ой, ах ты тварь. Я думал, он реально обдомил, блядь. А ты эти просто сейчас плана превращусь и забанить. Кстати, а что-то у меня не атакует. Атакует, тварь. Я его даже не использовал, а он все равно что-то перезаряжается. Ну почему у него? Он может его использовать? Я не могу. Четы нафиг. 100%. Ну ладно, так слетели. Оба. А, ты пошел нахер. На, все, получай, тварь. Тебе и надо. Так, а где? Ну это там вроде бежал нахер. Ну да. Так, понял, понял. И перезарядился еще. Так, а вот так перезарядился, кстати. Ну давай, лети, лети, птенчик. Так, тварь. Я не убил.
То есть теорию я могу лучше убить. А, ну я знаю. На! Просто унизил. Я уж так много раз сделал. Просто, ну, босс чистый. Босс чистой воды. Ой, это... Это я тебя унизил? Давай еще раз. Да блин, ну пошел нахер! Думайте. Конечно, он, блин, летает. Я так просто свет, я не знаю, что он делает. Он просто подлетит и убьет. Да-да-да, забайте, он идет. А-а-а, летит, тварь! Понятно, что он летит, ладно. Блин, а вот что, кто это пустит, блядь? Я фиг не горел. Давай, иди сюда. Ну я покажу, что главное, он убежит, правда. Чё? Почему я в этом стрелял? На, хорош! Изи. Просто изи убежал. Ну вот что это такое? Ну подлетает и херачит, давай. Бля, чуть его застрелял. О, блин, зубы стрелял. И он тварь тупая. А, что скоро закончилось, да, тварь? Лох. Блин. У него она снова появилась. Она больше ничего не появляется. Бля, они еще хилится, как мразь. А-а-а, тварь! Блядь, что это у него? Ага, ты думал, я тебя не заметил, да? Ну давай, ну я много урона наношу! На, тварь! Всё, изи унизил бота. А то он такой умеет, что стилить всё. Ну, всё, я его аннигилировал просто. Ой, это опа. Он так отлично нафиг. Иди в него стрелять начну. Так, давай, оба, всё нормально, так. Эйна, пойдет она ко мне или нет, но я отстрелюсь, если она ко мне пойдет, я слона приучить, аннигилирую. Да блин! Ну тоже есть другая детка только. Ладно. Нет, она не идет, кстати. Я могу спрыгнуть и в слона превратиться, но мне бы желательно отстрелиться, так как они не кайф. О, ты идешь ко мне? Ну давай. Да ты мразь! Я сквозь прошел. Так, давай байтим. Хорош. Так. Блин, он не перезарядился, ну тварь. Так, давай, стреляй своими метеоритами. Давай, стреляй, стреляй. Бля, ее не забайтим. Ну, толкнул ее просто. Где она? Она еще живая, там, где-то впереди, да? Да, вот она. Унижен. Так. Не, ну это легко, это где привычка. Прикил. Да блин, а человек начал путать. Да, падай, давай. Что? В смысле, а вот он, не понял. А, ладно. Ну это слышь, что бегает, не надо. Херач мне в воздух. Воздуху, тварь! Ну не умеет играть, что только воздух не умеет, да? Куда я улетел вообще? О! Ну ладно, давай, Тим, ладно, окей. Раз предложил. Просто, блин, он, конечно, слит скиллы, ну ладно. Просто он предложил, то есть, блин.
И он написал не срочно, что мне снова хп. Он даже написал не ски, а этот, а скинки. Блин, мне хп мало, у меня лоха почти. Ладно, руафлон. Бегает прям как я. Ладно, так. Ну, короче, сидеть хп, если херачу. Да, херачу на себя. Ну давай, что? Ах ты тварь, как он это делал? Он даже меня не коснулся, в смысле? Классно, он меня либо прокнул, либо рыгнул, мне отлетел 1000 километров, тварь. Ладно. Короче, я превращаюсь из этого в големан. Всё, в обычном банч. Бэн. Ты голем, ну нормально. Так. Блин, сразу меня так да. На, повышай там. Нет! Стой. Ой, ладно, пусть. Блин, вот я ненавижу, еще со скинами кинуть, потом я не буду понимать, кого мне херачить, а с кем мне кинуть. Так, тварь, иди сюда. Все, а ты приземлился, ну как бы банк. Так я твою стенку могу херачить. Ну все, на! Ты за себя тупик догнал лоб. Мне не попадали тебе просто либо тупить. Так, иди сюда. Да ты не, ну не, давай. Ну на, получай танк. Фига я сквозь прошел, вот так вот. Так, окей, надо теперь, допустим, вот такой херач. Блин, надо давай с блока, наверное. Ну, я посмотрю, когда это блок, надо езжать с блоком. А танк вешает блок, давай. Так, вот так, на! Ч, он вдох, давай. Да, унижен. Это был унижен комбо. Так, ладно, немного урона несли, надо что-то делать. Нач. Так, ладно, все. Нет, ну нет, давай. Пошел нахер. О, нет, ну походу я дед, короче. Надо хватиться, чтобы никому мои пленки достаточно по двух пусам. Ладно. Окей. Возьму. Так, чтобы быть того первого нового. Это просто игра. Так, чтобы быть пощадил. Ты всех таранил из-за слона. Если не впервые фармить, то урон. Так, ладно, тебя. А глянь, он за мной погнался, давай что ли? Ну давай. Ха! Лох, унижен. Он ботяра чисто, он не рассчитал свои силы. Потому что он, видите ли, смог меня убить. Вообще это не дело. А глянь, кстати, она спамит этого там, я не знал. Я думаю, перебирать, пока я не знаю. Тогда батя, выдумай! Все, короче. О, нифига, Никита тут есть, я хочу с ним пообщаться, так что. Лети! Где я? Что происходит? Кто и кто? А, ну я проиграл. Я просто лечу там себе куда-то. Он был русским, рили? Я не знаю, что со мной происходит, я проиграл, потому что я проще лечу типа за этого. За Кирозактиля, и у меня какое-то странное управление, типа я, ну, эту банку пойду. И за них бы забагался. Офигеть, он был русский, я ему никогда не подумал. Скидите. Жёсткий был. Хотя я не мут, а привет, ну ладно. А Никита, глянь, их не я приезжал. Да, да. Игнорщик, да, игнорщик. Так, давай, Слана, приезжай. Где? А, я думал, я мог даже спустить его. Ну давай, я тебя догоню, лоб. А чё он не сдох-то? Ёшка, ну ладно, я тогда спустил. Ой, я его догоню. Ой, не ответил мне ничего, я его... Кстати, я не помню, с кем я в тиме, но я помню. Я там не только с автоном там закинулся, но еще с кем-то. Я не помню, с кем, но я не знаю, что там. Если я его случайно убил, то я это не случайно. Так, мне надо его убить.
тебя. Давай умри уже. Да умри, да поступай. У меня что-то на 100 кило, когда у меня где-то 3 кило, у меня 6 кило. Уа, там будут все такие. Так, надо только на лучший урон фармить. Он даже кил. Так, все, включаемся. Ну давай, он хотя бы кого-нибудь. А, кстати, больно дамаг. Их много, конечно. Так, давай, ван, все. Что, он не доктор, ты делаешь, что ли? Ой, ты чуть его не захерачил. Так, ладно, у меня мало купай, да? Ау! Давай, ну все, улетай, все, пока. Пока. Так, надо хилиться, давай. Ты с ним затянулся или нет? Не помню. А, стоп! Мне воздух тебе порвал. Поперхнулся воздухом, с каждым было. Так, давай, ты сикла. Ну, по 10 я не парню. Так, может, я еще не фармлю. Я не знаю, стимился с тобой или нет, но как бы тебе это как бан, потому что я не помню. Вот это реально с мечом не стимился, потом я забыл с кем. То есть, ну, короче, какой-то профессионал был очень. Вот. Но мне ни с кем тиме не нужен, но кто-то сложно, потому что я умрали. Я представляю, с чем он хочет, потом я опять на АФП и отбегаю, и флеш на соседней скорости принес, расхерачивает мне, мне этого не надо. Так. О, у них тут лоу ФП отлично. Хотя у меня тоже, кстати. Да блин, кинься быстрее, мой дед, пожалуйста. Ну классно, я просто так не долго не вижу. Да 2 очка вперёд. И 3, ладно, спасибо. Вау, Феликс. Но так вам еще, конечно, хайповые. Я пью ваш черепер или зе б. Как и. А, вот. Evil Best Boy, наверное, их хрен его знает. Так. Ну, во-первых, наверное, дьявол вот этот самый крутой, я не знаю. Не знаю, ладно, напишу, допустим, Тригон. Вау, вау, круто, 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 трубой. Тригон, наверное. Это ва! Я пишу лол на английском, а мне пишут на русском. Пипец какого хрена. Тригон. Тригон, я думаю. Не так как. Ну он меня херачил. У него, во-первых, есть телепорт, то есть он может просто телепортироваться и аннигилировать кого-нибудь. Вот. То есть я бы его, например, себе хотел. Вот этот вот чел, который, ну, этот каменный. Он не такой крутой, как идеал, но вот, ну. О, oh, ноу. No. Ты охренел, ты типа считаешь, что не прикол, ну и бан тогда тебе чел. Считаешь, что наверное твоя девка самая крутая, да? Ну тогда я тебя аннигилирую. Так, ааа, забайтил, забайтил, бота, забайтил, забайтил больше. Хера чего. Чё, и они типа говорят, что могут торгить. Да если его затрагетить, просто телепортируется туда, не перейдет. Ну все хорошо, он просто не телепортируется, не сказать, и все. Может свалить просто, если не ловко, может свалить, мне ничего не надо делать. Телепорт его и все. Ну. Так, вот я убил или не, да, я убил. Блин, надеюсь, он меня не убил. На. Ох, бит, I'm not. Ох, бит, I'm not. Ладно, точно не понял, там, в общем. Кстати, он вроде русский, но как бы... Пойдем куда. Он точно. Так, мне мало хп, мне это нравится, поэтому мне нравится ему лечу и все. Хотя можно на нем это... Нет, ульту, да, пофармить. Урон пофармить, что вот за вчера дашь меня. Знаете, где? Вот,
Буа! Кого я его почти убил? Я кил, да. Я убил. Дай мне кил. Да, выдал. Оп, иди. Так, мне мало хп, это плохо, ну ладно. Тут я почти сок. Ну блин, ну я почти сок. Да, когда я фигня летит, очень сильно что-то напоминаю, что без обидели. Оп, Мэнни... А, наверное, напишу. Че, я просто не жду. Чаще. Ай, Кави. Макс. Йоса. Еще пойдем, может, это убить. Ну ладно. Так, че. Ну, 36. 136. Блин, да, там было. Больной иначе. ОМГ, А22. Интересно, смогу эти тут стоит? Это стрель, да? Какой у них? И думаю, что это голову ладно. Он говорит, 22. Вот, Dragon Lee, да? Не, навряд. Вот это он. 21. Соврал! 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 У него 21, а не 22. Ну, суть, да. Ну, 136, это на самом деле, другие стороны, ну, как бы. Я хочу думать, он напишет слово, я там не знаю, ты кто. Я, конечно, пойти, наверное, привожу первый, там, фармить силуэт, наверное, это рабочая тема. Но вот реально, 136 киллов, это я фармил, не помню, на ком. Это на видео было, и это... Мне на приватном сервере, то есть там просто с рандомными игроками, я там их херачил. Ну да, но мне кажется, мне не участвует, да? Вот по результату, да? Да и думал, что я побью свой рекорд. У меня до этого было 107, а потом 136. Блин, да я хрен убью, что мы это там. Я сейчас не обновлял эту игру играть, я не знаю, как просто мне еще играть, я вот планировал одну игру, но сами знаете, что произошло. Ааа, попытался бы узнать, и теория это пошла с нее. Так, тут сейчас карта будет. Найс. Ну, это чел, я убью на расчет. А тебе и найс. Так, типа, меня херачит метеоритами разбил. Буф. Гудёк. Три атом. Не знаю, по-моему, атом это по сути. В смысле, я же его убил в любом случае. Это он? Ты его сейчас захерачишь. Давай, иди сюда, давай. Все, тебе бан просто смотри. О, вообще кайф! Нет, просто! Нет. Я все это делал. Ну, фрикил, как говорится. Это опять он опять заспавился? Ты же света спавился, но я привык, что у меня мало хп. Ладно, форм слона. Папа. Несколько мало хп. Так. Вообще мне попадет, очевидно. Невозможно. Ой, сюда. Вот, на полку. Лень, в этом запер.
Выкинул, просто выкинул его туда. Мне нужна игру, да. Что это было? Ну, сейчас можно короче убить, я думаю, я не знаю, нет проблем. А, он ресет сделал, давай. И чтоб килл не достал. Коник не дефайт мне. Ну, я с одной стороны, опять же, хочу поиграть в этот заправку, но с другой стороны, эта игра меня затянет, мне будет скучно, но я не хочу выходить, так как мне будет своя роль во всем этом муравейнике. И выходить как бы не хочется, потому что, ну, блин. Ну, это скучно. World of Pax. Пятый сезон начался, это вроде новый уже. О, блин. Б20, ладно, может там есть какой-нибудь режим хайповенький. Да интересно, что за бэкпаки, ладно, давай. Бэкпак. Ну, это, наверное, надо будет тестить в каком-нибудь режиме. Ну, я, наверное, буду, если играть, то в какой-нибудь такой режим, который, ну, не знаю, такой... Не знаю, да. Может, зомби какие-нибудь. Потому что там какой-то новый режим появился. Потому что они, по-моему, даже не объявляют, если у них какой-то новый режим появился. Вот это, да. Либо в... где оружие всякие смачное. Либо в зомби. Может быть, конечно, еще что-то. Блин, напомню тот ущербный режим. Какие вот там джиггернаут. Вообще жесть. Ладно, ждем. Вау! Спасибо! 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 Да-да-да-да-да-да-да-да. Это у меня, чтобы вы понимали, такого не происходило, когда играл в нормальный Roblox. Теперь я играю в этот, блин, Roblox, который... в Яндексе... Что? Подожди, ой, появился хайп. Я думаю, у меня это рабочий стол смачно поменялся, какой-то херня. Ладно. Ну понятно, что это за режим, да, спасибо, все понятно. Ну, погрузите. Я, конечно, я знаю, что мне выйдет. Ладно, давай подумаем, может, меня снова перекинет в этот Roblox, в эту игру. Да, меня снова перекидывает. Блин, как же это бесит. Я еще думал, может, поиграть снова с каким-то стримером в этот, в Brawl Stars. Да, то мне стали даже в рекомендациях попадать в стримы, типа, моя игра с подписчиком, вся эта фигня. У меня не было компа, я там нормально код не мог вести. Да и просто, да. А тут нормально, включаю на компе стрим, сам играю с телефона. Так, окей. Spirit Elder 3 skin. Окей. Я понял. Так, двойные, бедварс, счастливый блок, войны, дуэли. Кого прокачать, пишу я. А я хочу написать, я мне интересно, что он, как именно меня прокачать, в смысле, давай, допустим, я, он скажет, дай мне аккаунт. Так, не, голосовой не работает, поэтому похер. Как мне прокачать, мне интересно, я аккаунт не делал, не буду, давайте все. Как прокачать, вообще, как нахер стану мускулистом, плюс миллиард винс каким-то образом. Или кинет он мне какой-нибудь этот, вот давай, что, приглашение в отряд, давай. Ок, прими. Принял. Бедвар двухместный. Ушек, выиграю, мое желание плотно быть. Подожди. А, нормально, ладно. Нормально, солото. Солото нормально. Так, угу. Сейчас с каким-то ноунеймом играть. Я типа знаю, думал, так что прокачать, типа, давай мне свой аккаунт, я буду за тебя играть в Brawl Stars. Ой, в Бэдварс на твоем типа аккаунте буду там, не знаю, эти винсы фармить. А он вот это имел в виду. Ну, кстати.
Ну посмотрим, нуб он или про, как говорится. Так. Ага. Все нормально. Так, все нахер лагает. Окей, я появился. Это он? Косуньник был другой, ладно, пусть. Так, в фарме получается железо, потом нужны блоки, застроить 3-5 команд. Вот. Так, голосовая. Все с ней работают, будем играть и прокачиваться. Оп. Так, ну голосовая у меня не работает, думаю, не нужно. Ну я не знаю, что у меня, ладно, будем включен, может, заработать. Будет рофл плотный. Так. Там 1000 миллиардов шерсти, так, пойди шарик 10. Да, все, шерсть есть, так. Я застраиваю кровать. Он сразу идет херачить, что ли? Реально? Я думал, к алмазам. Профессионал, профессионал. Ты дебил! Так, 3 алмаза. Окей, там сделаю сейчас вот так вот нормально. Так. Все, мне нужно чуть-чуть алмазиков. Рашен. Ты не он сказал, ладно. Ну я бы и не порашил. А, это он сказал. Блин. Не, не обязан. Ладно, я простроюсь. Хорошо, допустим, я простроюсь. Но я не пойду его херачить, потому что у меня алмазы, поэтому ты пойдешь один. Как говорится, так делает профессионал, ладно. А серьезно, давай покупаем, мы получается, кстати, там как херня стоит, я не знаю, что это. Броня, все, у меня есть броня. Теперь можно пойти и херачить их. Наверное. Не, ну, в принципе, а что нет? Почему нет? Давай, сидим. Идем. У меня есть броня, у них нет, все, значит. Значит, у них иные фокуски. Равно. Не, хер ты застроишь, я. Так, я за ним в погоню. Тварь. Это тварь, объясни мне. Так, а мы им сломали, да? О, тихо. А, ну все, мы им сломали, похер. А, они побег устраивают, я понял. Блин, как я давно просто не играл. Ау. Ё-мо, неудобно. Ну ладно, похер, зарашили. Идем забирать у них железо. Теперь я покупаю 2 аксолотля. Так, все нормально. А, не, одного купил? А, ну просто другого, оказывается, не хватило. А, ну. Блин, надеюсь, нам сейчас там кровать сломают. Так, все нормально. Блин, с голосом чатом был удобен. Что это? Ну что это? 5 бриллиантов? Снег, умер, я не знаю. Без рофла я не знаю. Что это? В душе ничего. Говно какое. Но я такое, она будет что-то спавнить. Если я правильно понял. Так. Ему надо впадичек его на середину. Он прокачал Armor Protection. Как знает. Короче, так понял, у меня в тиме Russian, который всех берет и херачит. Ну как бы, не, ну а что он тебе церемонится? Ой, чел, зря. Спорим, моего тиммейта убьют? Его убьют. Чел, тебя убивают? Ну ты не говорил, в принципе, Russian. Поэтому я не пошел. Так, а, нормально, у меня еще стрела как бы. Так, если они там пойдут, я их аннигилирую, в принципе, с лука. И ничего этого не стоит. Ба! Попус! Унижен! Просто сли! А, они на нас, походу, теперь за это идут. Так, тихо. Давай. Где мой тиммейт, мне интересно? Блин, аксолот я не помогли. На, унижен. Так. Где ты был, тиммейт? А, только его и нету. Ага, рашер, я понял. Ладно, ну, короче, я так понял, моя задача защищать кровать от этих тварей. Как-то мило. Ладно, допустим. Окей. Так. Теперь больше нету. Ну, короче, надеюсь, они на нас еще раз не пойдут. Ну, как бы, что, охерели, что ли? И сейчас обвиню нафиг. Нифига, что это за поставил? Херню какую-то. А, это мой тиммейт. Да? Мой тиммейт? Наверное. Просто раньше были, типа, зеленые ники, там, зеленых челов. Рофл решил тебя выстрелить, не обращай внимания, это правда. Блин, а реально, что с этим? У меня же должно все работать. Интересно, интересно. Кстати, тут есть чел с голосовыми чатами.
L. У меня не тот микрофон стоит, кстати. Стоп. А сейчас. Сейчас вообще ни хера. Стоп. А у меня не тот микрофон стоит, мне нужен гейминг. Чё за херня? Нет, стоп. Это камера. Теперь он будет слышать через камеру, херазм, что за бред. Чё тут всё не то. Друзья, тут два вида камеры или один? Одно. Одна. USB. Вот! Трансгейминг. А чё? Трансгейминг. Вот, все нормально. Подожди, а меня в ОБС тоже слышно. Все, у меня просто была такая херня, да, что? У меня просто не тот этот включился сейчас. У меня не та херня включилась, типа... Не тот микрофон. Все нормально, нормально, нормально. Нормально, все. Разобрался, разобрался. Так, он до хера какой-то херни купил, ладно. Так, ух, кто это, бэкпак? Рокет. Чуртли. Так. Куча какой-то непонятной херни, я не знаю, что это. Интересно, он мне будет слышно? Ну, кстати, в теории нет, наверное. Наверное, нет, я думаю, нет. Я ставлю то, что не слышу. Меня он. Так. Нафармил триллиарды железа, я не знаю, в чем у нас не служили. Так, допустим, тут будет так вот. А, кстати, тут зачарование есть. Но у меня алмазов нет. Ну, а так давай я скажу. Че они идут к ним? У меня же есть, почему я не сходил бы. Так. Привет, мои алмазики. Золото алмазы, 5 алмазов. Мне надо больше алмазов, потому что это полная херня. Окей. Это чел или это NPC? Да шо ты получишь? Что есть здесь? Да, что тебе надо? Хотя зачем он метки ставит? Типа не шарю, не шарю. Ладно. Не знаю, будет одна катка, 2, 3, 50, я не знаю. Так, накоплю 7 алмазов, буду очаровали. Буду. Чаловаться, чаловаться. Угу. Чарится, чарится, вот это. Кстати. В принципе, у нас есть все шансы, потому что есть два чела на бит. А, все шансы есть. Можно сказать, что есть гагарина. Ведь, конечно, чел не читает. О, это, кстати, вроде как враг. Да, это враг. Ты успею? Бля, не успел. А куда он, кстати? Так, ну у них нет кровати, так что еще похер. Можно их аннигилировать, даже не задумываясь. Так, все, у меня есть 8 алмазов. Ладно, на тот алмаз, короче, запомнится пофиг, потому что, ну, я хочу зачарование себе оформить. Так, динь-динь-динь, давай. Так, давай. Что мне выпадет? Клигулю 2, я даже не знаю, что будет. Мне нужен фаер. Ждем тут есть, да, вот. Миллиард просто чар, давай. Хорош. Все, больше не надо. Спасибо. Так, что мне купить, что мне купить? А, ну снежки. Я буду типа их все поджигать. Я буду их сжигать. Ну и стрел тоже. Можно тесилку, кстати, одну. Так, я купил, я не купил почему-то. 60, по-моему, раньше 40 стоил, ладно. Ну ладно, две тесилки. А, да блин, ладно. Похер, одна тесилка. Все, хоба, все нормально. Так, оформил. Чё, мы, у нас сал против нас один чел. Как бы, ладно. Надеюсь, можем его увидеть. Так, это он, кстати. Он там ходит. Ля-ля-ля-ля-ля. А я смогу его сбить? Он же туда пойдет. Он на нас? Пышки негр, свалил отсюда. Косички свои, звезда, у меня их так много, я из автоматов тебя буду стрелять. Блин. Тварь тупая, ладно, так. Быстро, быстро, быстро. Ты, если он на нас пойдет, мы будем его захерачить снежками. Тем самым я буду его поджигать, и вообще, да, неприятно будет. Покалывание в жопе. Уф, так. Я не знаю, он не идет. Ему не надо, он не обязан. Он... А, кстати, вот фаербол. Он пойдет, а я его захерачу, и баном ему все прописал. Так. Давай, фаербол, где? Все, нормально, иди сюда, я хочу, чтобы ты пошел. Я хочу тебя аннигилировать просто. Так, вот, все, то есть у меня будет фаербол, он пойдет, и я его за... Хорош, гениально. Так, ну надо подождать, он пойдет, если он пойдет вообще. Так, если ты пойдешь, поэтому я тоже тебя... Ну, не, фаербол, он уже бессмысленный, слишком...
Пэм. Гори в аду, да поярче. Да в аду, ну в огне. Да, хор-хор-хор, горит. Ё-моё, так, жёсткий пайтинг, я не хочу стрелять. Где он? Ко мне прилетит? Я не знаю, где он, ладно. Ну, был до вспомнил, как говорится. А, вот он там. Ё-моё. Бля, телепорт. Ой. Телепушистик. Так, файт. Так, ага, телепорт. Говорит, стреляем из автомата. Так, из автомата. Ах, телепорт, давай. Телепорт, не знал. Телепору. Ну ладно. Ну я не знаю, он там где-то вдалеке уже какой-то бегает. Как там достать вообще не знаю. Невозможно. Блин, у меня всегда, когда голосовой чат работает, как там мне кажется, Бенс лагает. Ну ладно. Так. Ну что мне купить? Фаерболы. Что можно еще купить, кроме фаерболов? Еще снежков. Снежки заканчивались. Чтоб прям от души стрелять, прям, ну, нормально. Так. Ну, пойдем алмазы возьмем. Я вам надо, конечно, очень интересно. О, ё-мо, подожди, это кто? Это брак? Это тиммейт? Это... Ну, похер. Блоки блокированы, плэс, бита, ущерб. Ущерб. Да, смешно там. Ладно, окей. Там еще кто-то что-то написал, я не знаю, может там написался. Ну, типа, выиграли, может, еще что-то, ладно. Секрет. Ну, мы выиграли, кстати, это уже многом чем говорит. Это говорит обо всем, это говорит о жизни. Так, что, опять микрофон сбросился, сказать, возможно. Давай сразу микрофон, трог гейминг. Не сбросился. А чё тогда, подожди? Не понял. Пома. Так, стоп. А, всё нормально. Разработал. Крашим, я меч, ты блоки. Ну давай, можем пойти уже. Глянь, они к нам строятся тоже. Бля, какие профессионалы. Пошел нахер, Шумахер. Я застроил кровать, я хорош. Так. Шумахер, давай, умираем. Хорош. Не понял. А, ну, кстати, бомба, давай. Нормально. Я не понял, в чем прикол, почему они нас убили, чехер, нахер. Так, все нормально, у меня есть помощь, у меня есть целоты. Так, руж. Мне бы ножницы, типа, чтобы под ними ломать жопу. Ладно, покер, они оба упали, значит нормально, значит, можно жить. Так, я хочу ножницы. Ножницы, так, ножницы. Сколько они стоят? Подожди, где они, во-первых? 30 железа. Нормально. С ножницы я могу их троллить. Тролл, честно. А, нормально, они сдались. Они больше не хотят нас херачить, но, в принципе, и правильно. Я тоже сам себе не хотел херачить, так. Откуда? Тебя не было! Тебя не было! Это что? Ну нахер из этой игры. Вы видели прикол? Типа, я, короче, он мне сбрасывает, я отхожу назад и умираю. Бан.
Короче, он заспавнился из воздуха, типа материализовался, да-да-да. Найс. Просто найс. Динозавр Сити. Нет, Диносаур Сити. Вот так правильно. Жестко-жестко. Дино Сити еще лучше звучит. Окей. А, что делать? Микрофон у меня заработал, могу пойти в какие-нибудь игры с микрофоном. Что-нибудь там поделать. Типа. За это говорят, что все невры. Ну, это скучно. My Prison. Отлично, отлично. Mad City Chapter 2. Безумный город. Нифига, что это все за негры, я не знаю. Money Miner. Короче, такие магнаты. Могу в магнат пойти, но это уж скучно в теории. Магнат фейерверков. Ну, то есть там все будет так. Платформа Dash. Платформа... Лифт Оби. И технические обновления. Ну, еще игру, короче, сон, который... кстати, интересно игра выглядит. A Dream You've Had Before. Интересно, интересно. Давай, поиграю, ладно, я не знаю, что это, опять же, хор, наверное, какой-то. Кстати, подожди, там, пойди, на жанр... Ужас, ужас, ужас. Готов пугаться. Не знаю, там можно будет с игроками играть или без? Без, да. Пойду еще воды попью, надеюсь, мне попадется смачный лимонад по праву. Ладно, сейчас. Что это за небо тут? Дети в базе. Анонимус. Анонимус. Hello. Не, надо было сказать сус. Сразу видно, игра не страшная. А! Мне еще взяла газет. Нахумаю, что там. Сус. Тварь! Забейте. Стой! Это игрок или NPC? Ну, я думаю, игрок. Привет, YouTube. Да, привет. Закон, ты закон. What the fuck? Ладно, пока.
Яблоки, я прав, чат, хороший тот. Ладно, ладно. Хорошо. Игра очень страшная. Уа-а-а, тем более. Сус галерея Эпик. Уа, ну нафиг. Самое стрёмное, что я видел. О, чё? Чё? Чё это за угол? Где он? Где он? Пип. Взрыв, ядерная бомба. Бомба для дипломат. Что это? Поясните за бомба. Короче, где-то бомба для дипломат, я так понял. Кстати, где это? А, подъем. О, нормально, нормально, нашел. Видите, как? Потому что буа, по-первых, сейчас. Вспомнил, я даже оригинал видел. Так, окей. Да какого хрена? Блин, если бы еще туда вообще не смог пройти, из-за того, что картины появились, типа. Было бы вообще плотно. Ну, игра отлично, если серьезно. Да я у меня уже в этом не ходить. О, телевизор. Должно что-то появляться, я уверен. Ну, блин, вот у этого, вот, что это? Ладно, я не шарю. Простите, я не знаю аниме. Найс. Ладно, скучно. О, Creeper. О, мэн. Отличная игра. Ой, то есть очень классно и страшно. Ужасы, ужасы. Ужасы, вот именно так я оцениваю игру, ужасы. Чисто ужасы, вот знаете, вот есть ужасы, и это ужасы. То есть ужас, ужас. Ужасы, вот прям ух. Самый страшный ужас. Так, я не помню твоего лица, это было так долго. Пробуждение, ты забудешь об этом утром. Ну, я не понял, но очень интересно. Подвал. Какая память, вход, спасибо. Халява. Так, а как мне это смотреть другие игры, типа, которые мне рекомендуют? Вот. Рекомендуемые. Нигде. Действительно, чертовски про Лимбобби. Игра мечты. Давай Лимбобби. Звучит многообещающе. Это если это что-то донатное, типа игра, в которую нельзя зайти без робуксов, я не удивлюсь. А, нет. Лимбобби. Игра головоломка исследования. Это не хоррор, что ли? Это комедия вообще. Прикол. Это эта игра, что ли? Ладно, хайп. Удовольствие, да, кровавая битва, обучающая игра. Классно, слышал слова, да? Уклоняйся. О, давай, уклоняйся. Неужели тут надо уклоняться, да? О, нифига, управление жестко. Это жанр ужаса, что ли? Ну ладно. Понять от налогов, походу. Понятно, почему это ужасы. Ладно, сейчас посмотрим, что за ужасы, насколько мне будет страшно. Буду ли я визжать нафиг. Алло, айди. Так. Евади. Вот хермот. Какие моды-то есть? Так, я появился. Редстория, камера, оф, преперинг за генератор. Я думаю, у него вылетело. А? Профил был бы. Так, стоп, я нихера не вижу. ТП. Так. Backrooms? О, мэн. Ну, это... Он вот какой-то не, это по-моему. Я понял, что он знакомый. Мне показалось, я их где-то знаю. Так. Запусти, я походу. А, я умер, классно. Best time 2 секунды. А, понятно. Эксит из игры, надеюсь? Понятно.
А, кто помимо меня мусор говорит? Кто это? Это не он. Special round. Invisible. Invisible, спасибо. А где негры появляются? А, это походу та игра, которую я думаю, типа. Мы в нее играли, только это более какая-то такая. Типа, тут только от первого лица. Прикинь, тут монстры появляются. А. А, там, кстати, не один. Их два или три. Они где-то сверху, поэтому ладно. Я монстр, что ли? Е! Ты монстр? О, кстати, он может, по идее, говорить. Ой, негр. А, пойду за ними, я буду ему доверять, а слушать. Как думаете, куда он меня приведет? Куда ты меня приведешь? Чего? Еще тебе погромче сделать. О, привет, привет, нормально у меня дела, да, привет. А в чем смысл этой игры? В чем смысл этой игры? Ладно, смысл этой игры, походу, бегать. Ё-моё, меня чел таранит нахер. Максим меня таранит, он хочет меня убить. Понятно, он монстр. Спалил монстр, это Мердер Мистер. Окей. А где Мистер? Ну, это типа Довна, это смерть. А тут могу вечно бегать? Ладно, буду вечно бегать. Поговорить. Кстати, я довольно быстро бегаю, может, я монстр? Чё за камера? Кто их ставит? Минджа Дивид. Не, ну легкая игра, короче. То есть, друзья, не пойдите отсюда. Типа там. Я не знаю, меня что-то покер. Где они? Три монстра. Они в той стороне, их четыре. Они в той стороне. Они... Они где? Хотя они что-то ведут там вместе. Чё-то все умирают. А как он им? Как он монстром стал? Подожди, я тоже хочу. Где он, монстр, что ли? You're too slow. Не, да эти пропущалочки. Ну, блин. Я хотел бы, чтобы меня такой убил, кстати. You're too slow. Да чё, я хочу его смотреть. Пока если бы меня убил, я бы не возражал. Это то, что-то. Не, это игроки, так понимаю. То есть тут два монстра. Блин, хайп, конечно. Лайк, хайп. А тут все спавнятся? Подожди, нет. Ну да, все по-разному. Так, убираем карту. Слушай, я бы хотел вот это. Ну не, вот это. Я за вот это. Ладно. Хайповая игра, она похожа на ту, которую я играл так больше. Ой-ой-ой, Бран, тунь, о, нас окружили. Не буду оглядываться на всякий случай.
Беги! Кринж игра какая-то. Я думал, тут реально будет что-то страшное. Так же я несколько минут назад. Ладно. Ладно, хайп. Всем спасибо за просмотр, если это вообще кто-то смотрел. Если это смотрю, то не знаю зачем, ну ладно. Короче, все. Всем пока. Сейчас я пойду искать негров, стримеров, которые будут играть в Brawl Stars. Если они это будут делать с подписчиками, то я попробую там быть типа подписчиком нафиг и типа играть, да, типа, ну, ты типа. Ну, короче, типа, бай. Будет, типа.